1 октября накануне проведения предварительного общественного голосования состоялась передача бюллетеней представителям участковых избирательных комиссий на праймерис от территориальных избиркомов. Данная процедура проходила в присутствии членов Временной избирательной комиссии и международных наблюдателей, которые остались довольны прозрачностью всех подготовительных этапов. Действительно, все, что мы видели, нас радует, потому что процесс идет порядочно. И это очень серьезный процесс, и все участники праймерис, этого процесса праймерис, организаторы относятся крайне серьезно к тому, что происходит. Я, как наблюдатель, абсолютно никаких нарушений не вижу. Более того, могу подчеркнуть, что все происходит абсолютно открыто и уверен, убежден, завтра мы будем ездить по вот этим избирательным вашим участкам, и я думаю, что там тоже должно быть все нормально, исходя уже из того мнения, которое у нас складывается здесь во время выдачи бюллетеней. Несмотря на то, что украинские власти продолжают утверждать принадлежность Донбасса к незалежной, для европейских наблюдателей будущее Донецкой Народной Республики очевидно и представляется совершенно иным. Откровенно говоря, мне кажется, что это вещь, которая не предусматривает шаг назад. Это уже свершившийся фактом, что вот эта часть бывшей Украины не будет никогда больше Украина. Это самостоятельное решение людей. Я вижу, что здесь новое поколение думает, смотрит на будущее другими глазами. Я считаю, что это естественно. Все, что происходило, нельзя вычеркивать. Никогда не будет вычеркнуто. Поэтому я надеюсь очень сильно, что скоро будет примирение. Уже научившись жить в условиях военного времени, жители республики продолжают выполнять свою работу, благодаря чему можно смело говорить, что подготовка к праймерис практически завершена. Практически сейчас уже, наверное, на 100%, пока я здесь, члены комиссии последние доработочки там делают, что нужно. А так у нас все есть, кабинки есть, урны есть, информация, информационные листы есть, все расставлено, все по местам. Все живы-здоровы, все члены готовы работать. На данном избирательном участке два округа, на которых пройдет голосование за участников праймерис, кандидатов в депутаты районного совета, городского совета и главы города Донецка. Всего здесь зарегистрировано 3600 избирателей. Праймерис будут проходить, как и планировалось, 2 октября. Отдать свой голос за выбранного кандидата можно будет на привычных участках для проведения выборов. Напоминаем, что праймерис предшествует местным выборам в Донбассе и призваны прояснить общие настроения и предпочтения жителей. Также это голосование не противоречит Минским соглашениям. Кристина Крымова, Виталий Чех, Новороссия ТВ.